Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня короткое видео, небольшой анонс о поступлении свежайшей прикормки уникормы Академии Рыбалки. Вот сутки назад с производством ее привезли. Все здесь есть самое востребованное, самое лучшее, которое рыболовам уже полюбились за не один год использования ее, да, проверенная прикормка, лещ черная, мотылина ракушка, лещ речная ракушка, карп, карась, клубника, гейзеры, уклейка здесь же есть, карась, чеснок и многое-многое другое. Я сюда заказал из всего списка примерно 60%. Из всех составов 60% самых востребованных, которые вот прям любят очень рыболовы и которые просили меня всю зиму заказать сюда. Ну и как повелось, вот я ранее говорил об этом, что я для своего магазина, вот раньше для себя лично просто просил делать какие-то составы, которые подходят лично мне на водоемы, под леща, под карп, под карася, да, я улучшал их. Ну, они, естественно, дороже становились гораздо. То есть там мощнее ароматика, какая-то бисквитная крошка. Я добавлял им больше кардамона, лил мелассу туда, да. И мы больше перерабатываем того же моллюска, который, ну, вытяжка моллюсков так называемая, да, ракушки и тому подобное. Гамару сушеный, то же самое. Вот я, в общем, для себя так повелось, что я для себя это раньше просил. Дальше у меня друзья уже попросили для себя их. И так получилось, что мне пришлось заказать уже большую партию именно вот такого улучшенного состава, что называется, да. И потом, так как вот мой магазин, мои покупатели, это, в общем-то, можно считать большой семьей, да, и люди сохраняют мне в свою, ну, своего рода преданность, так называемую, да, преданность, приверженность, я бы сказал, да, моему магазину, покупкам в моем магазине, да, соответственно, я тоже хочу им платить тем же, поэтому по просьбам, опять же, заказал первую такую улучшенную партию с мощным улучшенным составом именно для магазина Multifish, для своего. Она приехала, поэтому все могут получать ее, покупать. Поэтому вот это видео сейчас выпущу именно вне очереди, да, и так далее. То есть по составам прикормки, то есть здесь отличнейший состав. Никаких там опилок, как говорят, песка и всего подобного, отрубей, ничего здесь нет. То есть это лом печенья, коржей, пряников, панировочный сухарь. Есть разные абсолютно бобовые. Здесь жмыхи подсолнечника, фундук, арахис, много очень специй, кориандр, корица, куркума, альбумин, сублимат той же мелассы, сушеный гамарус, консервированный опарыш, опять же, здесь есть переработанный. Ну и вот в мотылин ракушка, да, речная ракушка, в лещ черный это тоже добавлено, да, и это переработанный моллюск, то есть то, что лещ очень любит, и он действительно идет очень здорово на него. Нашему носу она чуть-чуть как-то оттенки такие есть, но вот по уже не мной лично, да, но и мной лично, и многими рыболовами с того года, еще как мы только начали это все делать, и с поза того года, то есть люди их ее любят, гоняются, что называется, за ней, быстро сметается это все. Поэтому первая партия улучшенная, фактически я отдаю ниже себестоимости, мы на ней ничего не зарабатываем абсолютно, даже проигрываем. Вот, а следующие партии уже будут стандартные, штатные, так называемые, да, но они тоже, естественно, хорошие, рабочие и так далее, просто там будет там чуть-чуть меньше ароматики, чуть меньше того иного. И, в общем, пишите в комментарии вопросы, какие отвечу всегда по прикормкам, в планах снять несколько видео по конкретным рыбам, да, по составам и так далее, пока сейчас вот... Закончу с грунтами в прикормке и начнем уже этим заниматься. В общем, приезжайте в Multifish. Не забывайте обязательно, пожалуйста, подписываться на социальные сети, Telegram, обязательно YouTube.
и ВКонтакте. То есть вы при покупке удилищ, пока у нас такие акции проводятся, сможете бесплатно получить в период действия акции запасную часть бесплатную. Вот только что акция прошла на Feeder Concept, Salma, Major Craft, до этого была там Zetrix, еще что, еще много всего. То есть это все есть и в YouTube, и в новостях, и ВКонтакте, и в Телеграм-канале. В общем, подписывайтесь, покупайте, будете обеспечены запасными частями. Ну и, соответственно, прикормка высочайшего класса, отличнейшие, хорошие пакеты, все запаяно, то есть будете довольны. Есть сомнения, почитайте отзывы, то есть отзывов большое количество и за тот год, и за позапрошлый, и вот по этой первой партии люди выигрывали соревнования, поэтому, в общем, таких постов немало на этой прикормке. В общем, всего доброго, до новых встреч и покупайте у нас.